Так, речь сейчас пойдет о магнитоле Mystery Mar 828U. Магнитола, в принципе, неплохая, отработала хорошо, в принципе, и сейчас работает. Ну, то, что вы сейчас услышите, как она вышла из строя, вот, ничего я не стал перепаивать, не сдавать в ремонт. Тут покажу, кому может пригодиться распиновка. Вот ее провода. Вот распиновочка еще такая вот. Можно будет нажать на паузу. Интересно. Появился треск. Сейчас вы все услышите. Появился треск на правом канале. В правом канале, в передних колодках, в дверях там и на низких частотах, и на высоких. Именно две колонки трещало, затрещало. Задняя колонка правая не трещала. Вот, поэтому такая проблема. Сама магнитола, в общем-то, неплохая. Ну вот, смотрите, что с ней произошло. Вот такой вот треск в правом канале магнитолы. Именно в правом канале, в левом канале треска нет. Вот именно такой треск. Причину сейчас будем искать. Так, ну, в общем, рассказываю про этот треск. Лечится этот треск только заменой магнитолы, либо сдачей магнитолы в ремонт, так как это была проблема со старой магнитолой, там, видать, в усилителе какие-то проблемы были по, я не знаю, по электронике или где, в общем, значит, работал, трещал треск. Треск идет только в правом канале, и то передние динамики, задние работали нормально. Вот. И при переключении, когда идет треск, периодически, бывает его нет, бывает он есть. И если мелодия, например, идет с треском в правом канале, то при переключении треск пропадает. Потом, когда начинается вторая мелодия, треск опять возобновляется вместе с мелодией. То есть это говорит о том, что проблема не в проводке, вот, а именно в электронике, в автомагнитоле. Поэтому автомагнитола там либо на ремонт, либо на замену. Что я и сделал. Я поменял магнитолу, поставил другую магнитолу новую, и треск у меня при воспроизведении пропал. Все нормально, все работает, без всяких проблем. Так что такие вот дела. Может, кому поможет. Всем пока.